точно, на нашу подтянуть. Петь, короче, вот с этой ерундой, знаешь, сколько перезарядку у меня? 5,8. User disconnected from your channel. В общем, все меньше и меньше. Смотрите, так, монет, давай, Лёва или ТТ-4? Давай, Лёва. Никакой арты. Артоводы. Ага, а я папа Рим. Серёг, арта в рандоме. Один бой, файл. У нас есть четкий артовод, это СТР. Он нормально играет на арте. Смотри, это, конечно, то же самое, да, что и командный бой, просто больше этих, да? Бойцов, да? Чего? Ну вот укрепроем, потому что я ни разу не играл. Да. Артобстрел еще есть. А что такое артобстрел? Ну это он где угодно достанет. Это артиллерийский обстрел или... А я обстрел, узнаешь. Да, ты... Узнаешь. Ты, да, сейчас играешь. Короче, арта с любого места стреляет в любое место, да? Независимо от ее дистанции. Танк выносит с одного залпа. А может и два. Понял, понял. Я ощутил сейчас все эти прелести. И одесса же. Там, в принципе, если танк довольно быстрый, можно смыться. Не, Лёва очень быстрый. Надо постоянно двигаться. Так, смотрите. Сейчас почитаем, что у них. Так, у них ТТ-шек до хренища. ТТ, да, на основном. Смотрите, что делаем. Так, Юдус, давай. ЛТ-шка. Кусты сюда. Ну, как знаешь, Петр. Так, Юдус на отстрел. Одна СТ-шка. Вот тут стоишь от башни. ФВ-шка там. Разница. Любая у вас у всех. Две СТ-шки сюда ушли. Если есть возможность, одна СТ-шка может сюда сразу упасть. Да, есть возможность такая. Сразу прокатись и сюда упади. Одна СТ-шка здесь, одна сюда. Все, я оттуда. ТТ-шки сюда. Юдас, сейчас вставай на отстрелку. Сейчас сюда ЛТ-шка станет. Ты уже сам смотри, куда тебе вставать. Удобнее. Хочешь сюда, хочешь куда хочешь. Вон вазик. Вазика откидывай. Убивайте. Че, убьете, нет? Сейчас я вам прокидывайте. Так, я в свете. Адреналин, да, оттуда забираю его. Укуриваю его просто. Можешь выше поднять. Ребят, другая СТ-шка. Вот это, вы сюда уже летите, все, забейте на вазиках. Сюда пройдете и отсюда откидаете. В свете уже есть. Ну, это понятно, что в свете. Вы вот так можете спокойно прокатиться и все. То есть, может, не забираемся? Да, работайте по вазику. Команда есть, пошел работать. Я могу тоже по нем стрелять. Я его вижу. А, Лёва, остаешься вот тут сзади, ты как... Так, мы втроем сюда сейчас поднимемся, дальше высоко не лезем. Твою мать. Защитник, едь, Каен, едем. А, так, нет, ты с нами, у тебя башня нормальная. Ты там будешь нормально. Лёва, просто нам на прикрытие нужен, то что на нас, если будут. ФВшка вот сюда просто упадешь и вот это откидаешь. Сильно не вылазь из-за вот этой. Держу сейчас. Смотрите на... Кого убьёшь? Да. Так ты упади вот сюда сразу уже, спокойно скатишься. А я второй раз на гусле парни. И вниз. Еще два раза гусли упади. Мне два раза гусли сбили. Ясно, ладно.
Миша, Миша, не поднимайся. Не, не лезь, не лезь. Стоим их отсюда, ждем. Аккуратно. Сейчас еще два танка подтянутся. Блин, Серж, ты хоть как, бля, не попадаешь? Хера. Миша. Так, парни, смотрите арт-удар. Ясно. Да, все сильно не толпимся. В толпе не стоим. Просто туда-сюда катаемся и все. Так, вот их там толпа подъехала. Сейчас швырнем. ВЗшка заныкалась. Все. Чудно вошел хоть. Да, что-то они разъехались. Я на КД. Чуть поближе подъезжайте и швыряйте их. Чё, прошиваете, да? Так, арт-удар у нас вошел. Ясно. Ну ты вот с этой стороны с нашей за. Чё там 44-ка, справишься? Блин, парни, Юдус, вот проблемы. Это откидывай, видишь, кати. Вот это. ФВшка бросает то, сюда и кати. Сюда. Юдус, вот это отфигачивай. Все, давайте вкатываем на них. Четкий фокус и все. Эх, 40. Миша, более пополнее. Миша, по прямой. Быстрее МЗ первого. Блять, ваншотики приехали, 40. Ну, Миша, добирай, ну что? Все, где остальные? Миша, назад откати, ты шотный. Стволы. Опять не вылази, не вылази. Серж, нахер ты? А куда мне не вылазить? Он меня видит. Все, давайте быстро работаем. Лёва, откидывай. Ваня, они там вообще бебеки. Все, доберите его. Так, Юда, Лёва, сюда спустись. Вазика убери. Помоги, да, Юдусу. Я пытаюсь. На, наши поехали сюда на заход. Два ствола. Там, блядь, 44-ка там. А тут вон еще кто приехал. Да, блин, ребята херово сыграли. Защитник вообще. Я в него. А че, не давай, я и говорю, стволы сохраняй. Ну а нахер ты в него врезаешься? Я в него не вырезал. Ну а что, я не видел или он, тебе реплей скинул? Он по мне. Ага, я папа. Ну все, ребят, ладно, тут отдаемся, в принципе. Че говорит? User joined your channel. О, вот тут, ребят, вот здесь, вот, на третьей линии, где стоял Центурион. В принципе, ты стоишь от башенки, я не знаю, как там 44-ка к тебе проехала. Ты просто ее гуслишь и фигачишь. Не надо снизу стоять, надо сверху, у тебя башня. Все, ты ей так. Сейчас
Сереж, она засветилась, по мне сразу две ПТшки отработали. Там похеру башня. Ну, это понятно. Нет, видишь, ты внизу был. Ты просто бы их подсветил, Юдус бы так же тебя откидал бы их, когда они перекатку делали. Вот та же 44-ка пока. Ты сразу свет, выстрел и назад откатил. Давайте, готов. У меня какая-то идет загрузка данных. Да, я то же самое. А, все, все, окей. У меня ничего не идет, но я нажать не могу. Сережка, Серега сможет вместо меня зайти? Мне отойти надо. Тебе отойти надо? Кому? Пятаков. Так. Все, давай. Не, ну тогда давай Серж... я этого тяжа возьму. Доставляю. Да, кто-то так. Поехали, Серж сейчас берет тяжа. Поехали. Нет, вы оставляете СТшки, так же остаются. Я беру ЛТ. Нормально сейчас. Юр еще не появлялся? Не, еще не появлялся. Саня ему вазелин отправил. Экстра вазелин. Блять, ему сейчас надо зайти. У нас сейчас будет 14. А, уже 14. Юра был бы 15. Можно было, блять, вылазку сделать. Наступление, блять. Ну сейчас паладин подойдет, бомба тут. Да, наступление. На десятках или я не знаю, где. Не, на десятках. Куда паладин подойдет? Деда. Да. Деда я кикнул. В смысле кикнул? Ну, в прямом смысле, что с это было. Он там внук сел или что? Я ему одну говорю, нет, блядь, там. Внук или кто, да, хоть правнук сидит, разницы нет, он вперед едет, говорю назад, нет, он вперед. Просто скилловые пацаны вот с нами играли, не, вот реально бой затащил. А так смело бы, спокойно бы. Че отыгрывать будем? Так, смотрите, в принципе, что нам отыгрывать. Да, давайте сделаем так. СТшки гора. Ушли сюда. А, конь сюда. Тут отыгрывает. А, защитник Лёва и Гусь. Тут вот стойте в приемке. Юдас тоже куда-нибудь сюда. Сейчас зелень вот это откидаем. А, у них ЛТшки нету, нормально. User joined your channel. Всем привет. Привет. Чё катаете? СТ там Крепочку. Отыгрывает, это от башки отыгрываем. Яйца. Или рашим город. Нет, вы забираете. Понял.
Так, Каен тут просто стоишь, все. А вы выстроитесь тут, если сейчас ПТшки засветятся. Кидай. А вон троечка, тройка, можете отшить. Аккуратно, артудар готов. Все, ясно. Ну все, арта работает. СТшки работайте, вот, с горы, все, залезли на гору и вот это откидывают. Так, все. На коня упарываются, вот, борщ, борща. Слили. Стер, ты сюда строго работаешь. Че был бот живой, прокатился просто. Вот лорка вкатила. Лору, парни, ну что? Меня практически. Юдас, ты строго контри вот этих вот. Вот сюда надо сейчас швырять. Вот эти залезьте на гору и вот это вот откидывайте просто с горы. Если Скорпиона хотите, можете кидайте. Упороться на ИСМ. Скорп. СТ. Борща убрать. Вон, борщ стоит. Два раза быстро. Еще. Все, забирайте вот это, упали из тэшки, вот сюда и забрали толпой ИСА, ИСМ. Забери. Быстрее. Вон лорка подкатывает, парни. Вкатило, вот еще, все, нормально. Не смог. Может, мы продвинемся с аллеей? Вперед чуть. Подвигайтесь. Только бат надо будет посветить скорпиона. Все, давайте, я пошел скорпа светить уже. Вот он. Вон скорпик. Тричерка на гусле как подчинился. Я на это на помогу. Ну как мог уже. Парни, подка. Я походу еще и своего забрал. Да. СТ, в чем проблема-то? С двумя тяжиками не могли разобраться. Да нас отсюда откидывали и отсюда ёбнули. Давайте ты. Ай, встал, сука. Доберите. Ну, все отлично. Четвертый. Я на КДшке. Зеленки, 3-4. Вижу. Стреляйте. Я тебя бибил, Игорь сзади, на гусле. Отлично. Игорь еще один расколот там. Ну, давай, Серж. Все, сейчас меня казнит. Вот, наконец. Тебя чуть сам сейчас доберите, на цены стоит. Ну вот, 200 урона. Тигр, скорее всего, у нас, вот он. Да. У меня 20 секунд КД. Вот. Да, возле тигра там пукнуть можно было. Вот, нормально так, уверенно. Для меня. Другими словами, я работал в роли светляка, да, Сань? Кто? А сколько вот? 3300. Ребят, у нас уже пятно. И чё? Он 120 штук заработал.
Сейчас пока вот это катаем, время еще пока есть. Потом будем собирать наступление, потому что наступление у нас... Ну, сейчас бой откатаем и пойдем. Наступление, наверное, в 8 только будет еще. Может взять? Т-34 лучше взять. А в какой сервер больше можно играть это наступление? И на 8, и на 6, да? И на 6, да? Да, 8, 6. Да. Это самое, пока наступление не началось, там, может, бомбе кинешь, придет. Поменяешь мне. Ну, давайте. Я сейчас запоюсь. Подождите. Андрюха, ну давай бой сгоняем, а потом бомбы заводим. Давай. Саш, запускай, поехали. Давай. Че это, я нажал в бой, а оно что-то опять... О, на... Ясно, они дефить будут, скорее всего. Так, смотрите, что делаем. Короче, СТ, все СТ ушли сюда, на зелень. Сейчас тыкай. Да. Тыкай. Вот, все СТ сюда на зелень ушли. Так. По-быстрому, я тоже с вами. ТТ-шечки здесь сейчас. ПТ сам смотри, чтоб вот это надо прикидывать. И СТР сам смотри, куда тебе. Ну если вы зеленку не отдадите, я на зеленку иду. СТ слева, да? Да, СТ вот так обходите. Тут смотрим, кто, если 44-ка, там забираем его. Сразу. Я просто сейчас центр подсветал. Блять, сейчас сразу сюда уходить. Главное, козюльку не пропустить. Да, вот я и хочу. Да, чтобы ее не надо. Еще раз ее, блядь, не дайте. Не-не, я не прострелю там, я на 44-ку выскочу. Все, вот так, проходите по дальнему радио. Аккуратно, удар готов. А, 44, все, все-таки я попал. Все, уходи сюда. А, нет, стойте, ТТшки перекатывайтесь. СТ чуть назад откатывайте. А защитник здесь останься, 3 СТшки перекатывайте. Фу, блин, 3 СТшки, 3. Или да, двух хватит, Лёва, защитник, оставайтесь. СТ-шечки чуть отходи. Все, аккуратно. Все, я не уйду уже, я светить вам буду. Защитник, подожди, не лезь, защитник. Вот там один. Да не может быть, чтобы его на мясо. Я тебе помогу, сейчас. Он один? Нет, вон они все ползут. Может, арту уберем? Все на меня арт обстрел кинут. Все. Давай сюда вот так вы заходите, вот этих надо ТТ-шек забирать. Ну все, пока воюете. Там 3 ТТ просто в дефе. Вот эти сильно не лезьте, вот тут ПТ. Я сейчас подсвет.
Самое главное, я эту снял. Можно перевалиться на H-линию и арту вырезать. У них нет арты. Все. Ой, такого. Какого ПТшки. Там ПТшки. Там вазон стоит. Сейчас я под цвет дам, где. Просто вот сюда вот сводитесь. Сейчас смотрите. Их то нету. Я не чуть-чуть. Все, давайте тогда вот сюда на захват. Юдас отсюда откидывает. Ага, вот я в свете уже. Вон, это стакси стоит. Можете? Нет, дом мешает. Сейчас да. Подгорел чуть. Блять, хуёв зашло. Да. ТТ, давайте сюда. Докатывай. 3 секунды заберу Вадика. Вот эти 2 ТТ, проходите сюда. Защитник пошел. На захват тут дом. Вон до дома. Вот, прямо езжайте вот тут дом. Серега, прямо выверни. Вот. И к этому дому, к стороне. Нормально. Стали 2 на захват, Юдис вас отсюда кроет. Вон. Юдис, можешь забирай. Также едьте, прокидывайте. Да. Вон. Все. Еще. User joined your channel. Всем привет. Сейчас помогу вам. Здорово. Здорово. О, Юра как раз подошел вовремя. Давайте. Куда на вперед, Серж? Че, вылазки? Да, давай да, наступление. Сейчас будет. Наступление пойдет. Блин, я еще. Давайте. А там если что, меня подменишь. Завтра покушать, потому что я только пришел. Да, сейчас еще кушать. Завтра покушать. Да, завтра покушать. Это сейчас завтра. Прямо. Серж, подъедь, ближе. Все, не мешаю. Ближе, вот так. Во, вот тут можете поддавить. Аккуратно. Да, да, поддавим. Да, поддавим. Юдас. Вот это поддавливайте. Серж, вот сюда, вот отсюда. Тут дерево ломалось. Юдас, смотри сюда. Вон они перекатываются. Давите вот это вот все. Они уже просто перекатку делают, сваливают оттуда. Там если есть защитник, то сразу ломайте защитника. Скоро, видите, откатился. ФЛшечка, вот, адреналин. Чуть это. У кого больше ХП, вы. Сука, вперед пошел. Побольше. Все. Да, дальше. Вазон возле воды. Вот тут вот. А, нет, не там. Вот, Вазика со всех сторон откидываете, просто забрали его. Ну, можно без нахера просто. Вот. И 44-ку. Там кто? Защитник подкатывает, Юдас работает. Вот этого 44-ку забирайте и к защитнику в жопу за. А, у нас Серегу сбили. Сейчас помогу. Все. Юдас. Сука, за дом ушел. На один этот удар. Есть, давайте. Беру. Быстро. Зверь, вы мне даже пострелять не дали. Йо, здорово. Илья. Привет. Кто не успел, тот опоздал. Да вообще. Куда ты опоздал уже? В принципе, как говорится, большая семья не щелкает. И у тебя 15 минут, да? Сейчас я переделываю. Ну ты так, что же еще одно? Чего? То же направление выбираем? Нет. Можешь открыть выбери на рудники, Малиновка, монастырь. Только. Рудники есть, монастырь, песчаная. Да. Песчаная река, да. Вот это.
А есть еще рудники, монастырь? Там еще какая-то не есть? Че, какие танки взять? Сейчас. Ну посмотри как бы. Сейчас я тебе скажу, что там это есть. Какой, сервер? Какой есть шестой. Шестой сервер. Короче, есть рудники, песчаная река, монастырь. Это С. Б. Утес, Химмельсдорф, монастырь. Потом Ю. Тихий берег, Ластвиль, монастырь. И последнее З. Вестфилд, Карелия, монастырь. Давай, что лучше командиру. Не, давай вот рудники. Где рудники есть, да. Давайте лучше командиру, да. Чему легче командовать. А это командир и будет командовать сейчас, он для себя его выбирал. Ну, побег, да. Ну, ты зайдешь там, я тебе передам, сам выберу. Так, какой, окей. какой танк здесь-то? Сейчас все скажу. Ребят, Юра, можете зайдет. Покурить пока, у нас бой начнется через 13 минут. Да. Где 10?